Всех приветствую на канале Дача Мечты. Во, какая у нас уже рассада. Буквально просится уже, но так как у нас немного похолодало, 2-3 дня. Будем высаживать уже через пару-тройку дней. Немножко отсрочка к высадке у нас, то мы решили немножко позже высадить, чтобы не рисковать. Но уже просится давно. Ничего страшного. Если мы высадим на дней 5 позже, страшного в этом ничего не будет. Но зато она уже на 150% готова. Вот. Перчик тоже. Сегодня у нас 9 мая. Всех с Днем Победы. С Днем Матери, матерей. Поздравляем. Вот. И сейчас еще на подоконнике в комнате сниму. Там пару ящичков. О. Огурчики, вот такие огурчики, уже тоже пищат, аж просятся в грядку. Вот, мы собрались отметить заодно День Матери, День Победы к маме, и заодно вот вам снимаю очередной наш видеоотчет по рассаде. Уже думаю, следующий будет, как мы будем высаживать ее. Хотя уже 27 мы посадили. Точнее, высадили. Вот. Главное, здоровый цвет листвы. Это говорит о том, что рассада сильная, здоровая и готова к высадке. Все, пишите, как вы проращиваете рассаду, когда вы высаживаете, в каких широтах, в каких областях, районах, странах. Будет интересно узнать. Все, всем хороших урожаев, крепкого здоровья, мира, счастья. Пока, всем счастливо, удачи. До скорых встреч!